Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва воров». Здорово, народ! Ребята, сегодня мы с Верцом прибыли в очень прикольное место. Это у нас район, получается, казино, а также мир парка, ребята. Именно здесь сегодня мы должны будем как можно больше машин угнать за целых 5 минут, ребята. И сегодня я поеду в сторону казино, а Юрец в сторону, как бы, этого жилого квартала. Друзья, ставьте лайки, знаю, что вы очень любите эту рубрику, потом давайте мы соберем 3000 лайков, и выходит новенькая серия. А пока там Юра кошмарит ботов, мы стартуем на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Поехали! Я пою в другую сторону, пожалуй, потому что, ребята, я думаю, скорее всего, здесь что-нибудь хорошенькое есть. Ну что, ребята, как всегда, мы тачки должны угнать. Что такое? Что-то нашел. Я нашел самую дорогую Бугатти. Ты Бугатти самую дорогую нашел? А я нашел кое-что тоже очень хорошее, брат. Кое-что такое хорошее. Такое хорошее, брат, я нашел. Погани. Это Пагани. И как бы, между прочим, она золотая. Да и это как бы... Сколько, ребята, стоит Пагани? Как вы думаете, в комментариях пишите. И что дороже, Бугатти или же Пагани? Вопрос на миллион рублей, Бугатти, долларов. По-любому дороже, но Пагани на самом деле, вот эта Хуайра, она лямочка 3 вроде стоит. Мне в комментариях писали вроде там один раз цену в рублях, и там столько было нулей, что я даже сбился со счету. Короче... Но в рублях, да, в рублях там все колоссально. Да. Я, ребят, забираю новую тачку. Опять-таки, следующую. Тачку. Мою. В смысле, мою? Донни мобиль, что ли, забрал? Донька мобиль. А, серьезно? Донни мобиль забрал? Че? Ах ты, фуфел! Моя машина! Ну ладно. Короче, я хэмэйш пригнал, пока у меня чит тачка и хэмэйш. У тебя здесь Бугатти и Донни мобиль. Че гонишь? А, корвет, ни хрена себе. Окей, по чит тачке у нас с тобой есть, получается. Ну и, друзья, мы идем дальше. Надеюсь, сейчас я... тоже что-нибудь хорошее к этой угоню. Так, а может быть, да, ребят, забираем по-любому. Там, конечно, еще есть машинки, но... Ой, что такое? Получилось. Что ты сделал? Бот подпрыгнул такой, знаешь, типа руки к себе, жопу в сторону. Я прям в этот момент прям пяткой ему под жопу засадил, да? Улетел. Прям в жопу в воздухе подставил. Нифига ты, конечно, даешь. Так, ну ладно. Не снимал, это угарно было. Я Хаммер забрал, друзья. Везу Хаммер на базу. И как бы... Да. А, ты ламбу забрал неплохую, да? Дорого. У тебя дорого, да? Офига, Хаммер припарковал, зацени, просто, ну, поставил на машину. Чисто как паркуют владельцы Хаммеров. Но вроде как не должно быть. Так, по 3 машины у нас с тобой есть, и, друзья, мы идем дальше, тачки забирать, угонять, поэтому врываемся на райончик, под райончик, так, что-нибудь еще? Да. Что-то там ламбу забирал, да, брат? Это и Бугатти, неплохо. Ребята, по цене у меня будет дорого-богато, по-любому, друзья. Думаешь? Потому что, да, ну, как у тебя, не знаю пока, но у меня будет дорого и богато. Ты Сенну пригнал. Сенна хорошо, у меня ламба. Сенна хорошо. Уракан перфоманты у меня, друзья. Ну и поехали дальше. Блин, по цене пока у тебя, конечно, да, ты, скорее всего, пока побеждаешь, но это временно, брат. Так что там не расслабляйся. Не знаю, смотря, что найду еще. А вопрос, что я, ребят, найду? Да я уже нашел, и я это сейчас заберу, потому что прямо сейчас, ребята, я заберу Ламборгини. Это не Ламборгини, это Бугатти Широн, друзья. Я думаю, Широн плюс Хуайра по цене как-то Бугатти будет. Я так, ну, думаю, скорее всего, да, наверное? Хз. Ну, я думаю, что может быть. Вполне себе вероятность есть такая. Это Бугатти стоит миллиарды. Буквально. Ну, тогда и вроде как и Пагани тоже, я тебе скажу. Просто может быть, типа, разница в миллиард. Всего лишь миллиарды, подумаешь. Всего лишь ничего, да. Херня вообще. 9 нулей. Подумаешь вообще. Ну, неплохо. Кому эти нули, действительно? Да, подумаешь, как бы 2 нуля или 9 нулей. Но на самом деле, это же 0. Как говорится в математике, 0 это ничего, да, брат? Помнишь? Я угнал Майбах бракованный какой-то, он не едет. А, реально? А во, очнулся. Поехал, да? А я, ребята, забрал еще одну Бугатти, и это Бугатти Вейрон. Ну, да, это далеко не самая дорогая Бугатти, но, друзья, она стоит реально хорошо, поэтому отличненько. Ты все уже, по идее, да, пригнал или не все еще? У меня вроде еще там машина была, я видел, надо попробовать. Давай стартуй, потому что мне тоже нужно еще 2 машины забрать. Время-то, ребята, как бы тик-так, тик-ток, как говорится. Реально бежит, бегут, так, пролетают годики и дымоходики. Ого, что так это? Так, ее перегнали, какого хрена? Ё-май, братан! Я не знаю, что сейчас заберешь ты, но то, что сейчас заберу я. Как на ней вообще ехать-то? Ну, типа, это...
Ребята, такое я не выгонял очень давно. Брат, знаешь, что я забрал? Зацени. О. Да, а ты что, тоже трактор пригнал? Тоже самое, практически, да. Али, ты что, мы с тобой одновременно так неплохо мы с тобой закупились. Так, окей, друзья, осталось... Время очень мало, поэтому нужно ворваться и тачки последние угнать. Поэтому летим, друзья. Летим на запад, через восток, что-то такое. Так, нормально, сейчас мы здесь просто пролетаем. Время, ребята, через, идет. Может быть, здесь? Север, через юг? Да. О! Ё-моё, серьезно? В круг. В круг? На самом деле, я будем тебе... Будем резать, будем бить. Брат, немножко в другую сторону пошел, сам себе водить, как говорится. Поэтому да. На самом деле, я скажу так, то, что нашел машину, которая будет конкурентом моему Дони Мобилю, точнее, моему Дони Мобилю. Это, брат, как ты понимаешь... Не, мне кажется, Магнум не конкурент, он лучше. Ну, да. Так, что у нас, ребята, по стоимости машин? Здесь большие вопросики, потому что у меня есть дорогие Хамейдж, дорого. Хуайра, дорого. Бугатти Вейрон, дорого. Бугатти Широн, дорого. Кстати говоря, вряд ли дорого, как ее, это вот то, что Магнум, потому что видел себя в городе такую даже. И Драгстер по-любому хорошо, но вряд ли дорого. У тебя есть дорогие здесь Бугатти, дорого. И, наверное, дорого еще, наверное, Сенна. А так, наверное, все, скорее всего, да. Ламба, как и моя Ламба, тоже, думаю, знаешь, скорее всего, по стоит? Цене. Сколько? Цена упала. Цена 825 миллионов рублей. На что? На Бугатти? А на Хуайру погани, посмотри. Была 1,4 миллиарда. Да, цена упала. Ну просто, брат, кризис как. Не понимаю. Я походу. Нормально. А сколько стоит реста Хуайра? Вопрос, потому что давайте Юрец озвучит стоимость. Вот ради интереса нашел. Давай, так. Но... Родстер, всего 20-40 штук, я понимаю, 344 миллиона. Ну, на полмиллиарда как бы, фигня. Ну, у меня, ладно, еще Бугатти Широн есть, тоже неплохо стоит. Короче, окей, ребята. Цены, просто вдумайтесь, ребята, да, что за цены укуренные. Типа, разброс, нихера себе. Окей, ребята, в комментариях пока пишите, кто зарабатывает балл за стоимость. Мы берем быстрее машины, поехали на первое испытание. Go. Итак, ребята, время для испытания. Это у нас, собственно говоря, с тобой что? Это смертельный шар. Две читачки, и мне главное не разбить задницу этой машины, потому что спойлер может, конечно, помешать. Не-не. Раз, два, три, гоу! Стартуй, ты вперёд, чтобы меня не врезался? Я, короче, крайний раз тоже находил Пагани. Я был хитер-бобер, включил автопочинку. И на самом деле с автопочинкой это чит далеко... Очень-очень охеренный. Ты, кстати, так сейчас пнул бота, что он... Ах ты пёс! Ах ты пёс! Я не хотел. Ты в меня врезался. Это поцелуйка была. Мои крылышки. Это поцелуйка была. Слушай, поцелуйка в задницу. Не надо мне такие поцелуйки. Я не из тех. Просто... Ну, слушай, крылышки пока на месте. Я в сторону отъеду лучше. Крылышки на месте. Нормально. Крылышки на месте. Щекочу тебе нервы. Не надо, щекочу-пикачу. Давай без этого. Ай. Щекочу-пикачу. Давай. Давай. Не, на самом деле, Пагани мне нравится, как управляется. Она не хуже Ригеры, реально. Она хороша, да, она хороша. Она, считай, низкая, и сила прижимная у нее. Хорошо, я перелетаю! Нет. Ёшкин кот. Не заставился. По газам. У меня тачка заглохла. Хорош. Я врезаюсь. Ехали, дурак. Ехали, медведики. На велосипедике. А я первый. У меня машина заглохла. А реально? Только сейчас поехал. Отлично, да, отлично. Я бы выиграл, но нет, движок подвел. По кайфу, ребята, получилось прикольно, забавно. Это прям была реально эпичная гонка. Ставьте лайки, мы идем на второе испытание. Итак, ребята, испытание Drag Racing. Это, ребят, два драгстера. И у меня есть к тебе предложение. Давай мы с тобой выровняемся по заднему колесу. Это ладно. Короче, стартуем наши три, ребята. Будет интересно. 1, 2, 3, гоу! И... Так. Ну... У меня самый медленный драгстер, который есть. Серьезно? Да. Ну, типа... Он самый беспонтовый. Ну, у меня 400, точнее, 390, 400 сейчас буквально. 275 потолок. А-а-а, серьезно? Не, я думал, у тебя быстрее будет. Он самый медленный, у него ограничитель прям такой ранний. Я тебя понял. О, давайте, сейчас будет авария. Будет авария просто. Давайте. И бум! Хорошо. Кто меня сквозь стену полетел. Ага, понимать. Отличненько, 2-0 пока по испытаниям. Поехали на третье. Итак, ребята, испытание по стрелушке. Такое испытание, где нужно просто взорвать своего оппонента, используя огнестрельное оружие. И стартуем мы на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Поехали и... Трям-трям-брям-брям-брям-брям-брям-брям. О, давай-давай-давай-давай-давай-давай! Неплохо, так ты заехал. Давай, взрывайся!
Офигеть, ты приехал прям четко вообще. Я прям это прибалдел. Вот ты потек уже? Чего? Это я потек? Да. Ты потек. Значит, мне смысла нет с тобой стреляться. До свидания. А ты горишь уже, да? Да, что-то оно вообще. Вообще, легко. Да, легкое. В смысле, прям. Я заберу тебя с собой. Не-не, все. Нет, я вообще, заберу. Прикинь, меня, сколько у меня хп осталось у машины, ребят? А дать просто классно, посмотрим. А, ноль написано, но я не взорвался. Ну, неплохо, это мой балл. Это получается уже там по баллам, ребята, в комментариях. Напомните, пожалуйста. Ну а мы идем дальше. Let's go. Итак, ребята, испытание дерби. Две жизни есть. Это Бугатти против Мерседеса Майбаха. 1, 2, 3. Поехали, ребята, let's go. Ну что же, две жизни опять-таки есть. Но у тебя Майбах-то хороший, да, по идее? Ой, какой хороший Майбах, я понял. Я поехал. Да, Бугат очень шлифующий. Нет, не поехал. Блин, я не поехал. Да-да-да. Ладно, раунд 2, let's go. Он ужаснейший для дерби, это я точно помню. Ну, у меня просто других выборов было немного. Можно было взять, конечно, Магнум, но... Магнум, я на другую. Я на самом деле хотел... На. Да, я понял. Я хотел сначала взять Майбах на пострелушке, но подумал, что он на дерби все-таки лучше будет. Да. Обидненько, ладно, ну что поделать, такое тоже бывает. Потом твой балл, и поехали на следующее испытание. Итак, друзья, время для испытания. Спринт-гонка у нас максимально необычное начало для этого испытания. Мы стартуем прямо, потом съезжаем вниз. Стартуем на счет 3. 1, 2, 3. Поехали. И... Через переход или по прямой? Не, по прямой сейчас здесь. И направо. Ага, и направо. Понял? Выходи. Можно. Нормально, теперь налево. Опа-па-па-па. Красиво, бачком шли, но не зашли, да. Так, ну, ребят, на самом деле, я очень сегодня рассчитываю на грамотный исход этой гонки. Я сегодня должен, по идее, победить. Я что, блядь? У меня горд... Что было у тебя? Что было у тебя? Ты гидран срезал, он так, знаешь, он как слоу мне в экран летел. Я понял. Я на него внимание так обратил, я ж потерялся, понял? Прям слоу-мо прям в меня летел, как этот. А у меня... Мемчики же есть такие, где там пауки или всякая хрень выбегает. Да. А у меня другая проблема, потому что у меня город пропадает, я сейчас полгорода как бы не видел, и из-за этого я тупанул сильно. Серьезно, блин? Алло. Мы еще без скопов едем. Да. Ну странно, почему ты город резко стал пропадать. Но, ребят, надеюсь, сейчас я все-таки затащу катку, поэтому... да что ж ты делаешь, ламба? Так, Сену мы должны как бы догнать, алло. Че это, блин, ламба? Не, мне кажется, Сену вы не догоните. Мы? Я и мой... Вам не надо. Я и мой друг. Так тут нормально, пролетели ботов. Перелетели ботов. Ребята, все. Что ботов? Ставьте лайки, тогда я постараюсь Сируса как бы догнать, поэтому... Так. Очень-очень-очень-очень-очень потная гонка, ребят, поэтому очень волнительно. Да, подлетай почаще. Я, конечно, на дорогу даже не смотрю, я в еду, вахере. Короче, по памяти. Просто, понимаете, вот машина подлетает и все, и улетает, блин. Ну да, даже на радаре не вижу уже, камон, ну серьезно. Не, я закладываю очень хорошо, я вообще не ошибаюсь. Ну вот я тоже не ошибался, пока не ошибился. Поэтому, что логично, в принципе, да. Ну блин, да я тоже как бы еду неплохо, поэтому. Но, блин, просто вот на горке я подлетел и улетел. Я уже поворачиваю на подъем. А, я понял тебя. Оооо! Ту-ту-ру-ту! Ту-ту-ру-ту! Блин, я там так красиво пролетел. Город пропадает, блин, ты прям стримает меня. Ну да, ты как бы чуть-чуть. Ну изи. Стена все-таки неплохая. Стена все-таки стена, да. Меня еще раз развертело, размотало, да. Ну, Ланика, это твой балл, да. Ты уже на финише, я смотрю, по карте, поэтому да, все, ехать доехал, дальше, да, уже смысла нет, ребята. Балл за баклажаном, а мы идем дальше. Гоу-гоу-гоу. Итак, друзья, время для испытания. Прыжок в длину, и как бы это ни звучало странно, но прямо сейчас, ребята, я сражаюсь против своего же творения. Донимобиль против... Что это? Это Магнум. И поехали, два нитро используем, неплохо ты полетел. И, друзья, время испытать, какая же машина лучше, сейчас мы узнаем. Но Магнум, конечно, ребята, это все-таки Магнум. Но вопрос... Полечу ли да я лучше жопу, или полечу хуже? Я, ребята, не знаю, но Магнум все-таки это Магнум. Не, я не разгонюсь, он не держит. Ну, должен. Поверхность у него терки. И сколько у тебя скорость была на прыжке, или ты еще не полетел? Я еще не прыгнул. А, понимать. Но в целом я лечу, короче, на острова. Или даже чуть раньше упаду. Ну, 1200, не. А, на 1200, удержал, это, скорее всего, озеро будет. Но в целом, друзья, Магнум... Не, какой-то. Че, еще хуже? Конечно. Где ты падаешь? Кое-как вайнл перелетаю. А, серьезно? Давайте пока мы... Даже не перелетаю, к мажору. Посмотрим за Юрцом. Так, а Юра летит, получается, где-то здесь падает. А, нет, ну... Чуть-чуть перелетаю. Ну, может быть, хороший рикошет, конечно, еще будет еще. Ну, вряд ли, да, наверное? А может и будет. Не, ну да, знаешь, то есть да. На дыбках всю дорогу ехал. Окей, ребята, это мой балл, мне пока нравится, и идем дальше.
Итак, друзья, время для испытания. Это у нас Есгари Чилиат. Это BMW против Bugatti. Раз, два, три, гоу. Газ, тормоз прожимать можно. Главное просто быть первым на финише. Поэтому, ребята, желаю тебе удачи, баклажанчик. И мы поехали. Так. Ну ты баклажан. Ну ты был огурцом, юрцом, а стал баклажаном. Повзрослел. Поэтому... О, ну, что? Хорошо. Что было сейчас? Увидели? Аргумент, ладно. Аргумент. На самом деле, скажу так, что... Ой, какой дрифтун Бугат, а, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хамэч, хамаги, это хорошенькая машина, но... Вопрос лишь в том, насколько я сейчас... смогу проехать лучше тебя, но... Давай, полетели! У-ху! Я вижу. Прям видишь, да? Главное, не догоняй, брат. Главное, не догоняй, потому что нафиг вам тебе нужно, и так все хорошо по жизни, поэтому... Так, давай. Достал ты, еб твою мать, трактор гребаный. А он тебя прям дрифтит конкретно, да? Ну я, в принципе, уже на финише, поэтому... Я за тебя прям, но... А, да? Если бы меня не крутило, не вертело, я бы, ну, первый был. Наверное. Ну, а так, ребята, я первый. Я финишировал. Прекрасненько. У меня текстуры просто пропадают, поэтому прикольненько. Но, ребята, это мой балл. Самое главное, Юрка вот здесь страдает нас на Бугатти своей, да. Ну, вообще, он не едет. Страдалова, да, понимаю. Отличненько, мой балл, и поехали на последнее испытание. Итак, ребята, время для последнего испытания. Съезд горы Чилиат. Это у нас получается две очень крутые машины для спуска. Это кузнечик против хаммера. И та другая машина, по идее, просто очень круто спускаются с горы. Поэтому, друзья, полетели, испытаем нашу удачу. Так, у меня уже хаммер просто в смятку. Понимать. Мне неплохо, поэтому прям иду. Да, прям идешь. Так, давай. Направо. Направо. Ну, не иду, я бы сказал, бегу. Бежишь, да? Слушай, ну окей, камни проехала, тоже полдела сделано. Обычно вот первая точка, а остановочка первая у нас на камнях, поэтому я ее проехал, тоже меня радует. Вторая обычно здесь. Ну я все проехал уже. Я уже все, до дырки. Да? Так, я тоже проехал здесь. Главное дерево объехать. Еще здесь нужно проехать, тоже проехал, хорошо. И здесь тоже можно, по идее, встать, но... Я не планирую вставать. Так, нормально, хорошо, прекрасненько. Слушай, ну и... я с большим запасом пролетел. Да? Так, ну в целом я, конечно, еще еду, но у меня уже от хаммера нихера не осталось, машина вообще уже не управляется. Ой-ой-ой, только поехали. У меня, кузнечик, мало того, что борта помята, у меня еще перед вверх. Реально? Блин, а ты офигеть как уехал, дядь, ты куда? Лодка. Ты куда поехал? Да, я еду вообще жесть. Не поехали, малыха моя, давай, ползи. Да ладно, она полностью встала почти и тупо по инерции как-то смогла выехать, до серьезно. До водички. Какой еще водички? Все, ура, да какой еще водички? Ты че творишь? Снимай, я поплыл. Реально? Смотри, я поплыл. Смотри на подожди, меня. Я еще еду, подожди, ты дядь. Есть? Я еще еду. Я уплыл на дно. Нихера, я реально? Заметил, это рекорд. Охренеть, ты че? Да, я здесь впервые. Ну это как бы жестко, потому что я еще, конечно, скорость теряется, правда. Мне повезло, я там на большой скорости пролетел, прям в дырку эту на скорость, короче, прошуршал. Блин, ты реально где ты вообще? А я, ребят, доеду или нет? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Вопрос. Так, давай. Сейчас съезжаем здесь аккуратненько, самое главное, не цепануться, не врезаться. Вот так вот, неплохо, слушайте, хорошо. Опять текстур нету, но я знаю, куда ехать, поэтому я себя вижу. Офигеть, ты уехал. Здесь вроде бы дерево спаси было меня. Где-то. А вот деревья появились. Так, давай. Доберемся до юрца или же нет? Нет, не доберусь. Не доберусь. А счастье было так близко, но ты реально дальше. Капец, ты уехал хорошо. Окей, ребята, ставьте лайкусики, если такой прикольненький, угарненький ролик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока, ребятки.